2 июля – день основания Владивостока. 2 июля 1860 года. Либо со стороны Амурского залива, либо со стороны Уссурийского залива в бухту Золотой Рог вошел транспорт «Манжур». Им командовал капитан-лейтенант Шефнер. Примерно вот в этом месте. Сейчас покажу покрупнее. Вот вход в бухту Золотой Рог. Примерно вот в этом месте транспорт «Манжур» бросил якорь. С него спустили шлюпки. В шлюпках было около 40 солдат, прапорщик Комаров и сам капитан-лейтенант Шефнер. Подошли к берегу, вот примерно здесь. Сначала на берег высадились только двое, Комаров и Шефнер. Они пошли по берегу искать место поудобнее. Солдаты в это время гребли вдоль берега. Наконец нашли место. Примерно это место, где сейчас находится корабельная набережная Владивостока. Вот где-то здесь. Солдаты высадились на берег, срубили деревья, насыпали песка, установили палатки, водрузили флагшток. И вскоре на флагштоке взмыл ввысь трехцветный государственный флаг Российской империи. Прапорщик Комаров салютовал флагу, вынутой из ножен саблей. Россия утвердилась на Дальнем Востоке. Владивосток, владей Востоком.